Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Питання готовності установ адукації спорту до нового навчального года і роботи у осінньо-зимовий період обмірковували сьогодні на посяженні Гомельського городського виконавчого комітету. Як було огучено, усі заплановані підрихтовчі мероприємства виконані в установлений термін. Сьогодні в умовах дефіциту бюджетних сродків на підрихтовчі роботи були притягнуті значні об'єми з пазабюджетних криниць фінансування. Ремонтные работы велися у основным господарщим способом. Так само практично у каждой школе были створены волонтерские бригады, активный удел у яких принимали сами наученцы и их батьки. Таким чином, совместными намаганиями удалось якостно и у термин подрихтовать гомельские установы адукации и спорту до нового научального года. Зараз увага городских уладов сконцентрована на інших важных организационных моментах, актуальных напередодні 1 вересня. Нас очень волнует в настоящее время это подготовка детей, находящихся в социально опасном положении к началу учебного года. Наше внимание должно быть уделено и многодетным семьям, приемным, опекунским. То есть задача сейчас все подготовленные условия, красивые кабинеты, холлы, коридоры, в общем-то, привлечь ребят с хорошим настроением. Черговая телефонная размова с жихарами региона по хвалючих их питаниях отбудется 22 жнивня. Представники выконавшей улады проведут у субботу прямые линии. У Гомельской области с ворота громадян будет примать керовник справ Гомельского облвыконкама Алена Владимировна Кличковская. Номер телефона у Гомеле 75 12 37. Час проведения с 9 до 12 годин. Прямую линию у Гомельским гар выконкаме проведет наместник старшини Сергей Евгенович Андреев. Звонков от жихару областного центра шакают по номеру телефона 75 63 33. Як и завсёды, по субботах прямые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. До інших тем. Оперативники областного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией и супрацовники податковой инспекции Советского района Гомеля провели совместную операцию у Мазыры. У ее вынику затримана буйная партия нелегальной алкогольной продукции. Больше як 2,5 тонны ваткости с утриманием спирту и 200 литров горелки без белорусских акцизов заховывают у приватным домовладанием Мазыранин. По свержению уладальника партии контрафакту, все это призначалось выключно для уласного споживания. Оперативники, вядома, у эту версию не поверили. По попередних даденных, продукция российской вытворчести. Якость вызначить экспертиза. По ее выниках будет вырешено, что далее шакая продукцию. Нередко такие буйные горошильные партии знишаются альбо идут на перепрацовку. Дарэчы, кошт конфискованного склал больше за 40 миллионов белорусских рублей. Сегодня в Гомеле проходит международный турнир по пожарно-воротовальным спорте на Кубок Сябровства. Сярод его удельников подразделений Министерства по надзвичайных ситуациях приграничных районов Беларуси, России и Украины. Наши корреспонденты потекавились узровнем спортивного майстерства удельников чемпионату. Межреспубликанский чемпионат по пожарно-прикладным спорте – споборництвы с великой историей. Летость турнир прошел в Бранску, и на им гомельчане были первыми. Правда, представники Черниговской области у Россию тогда не приехали. У Гомеля все три команды собрались снова, причем шмат кто из удельников привез с собой родных и детей. Организаторы такую семейность витают. Неформальные отношения, кажуть, допомагают усталевать помеж вартовальниками больше тесные контакты. Общаются спортсмены, общаются дети, общаемся мы. Все это залог гарантии того, что наши трансграничные вопросы, связанные с предупреждением ликвидации чрезвычайных ситуаций, они будут решаться, значит, четко, быстро и грамотно. У программе турнира по пожарно-воротовальном спорте на Кубок Сябровства три вида споборництва. Подъем по штурмовой лестнице, как его еще называют, вежа, бодай самый экстремальный. Необходимо без страховки, как мага худшей, досягнуть 4-го поверха. Лепший выник 13,77 секунды. Розница с усветным рекордом амаль 1,5 секунды, але у Гомеля таких высоких выников никто и не чакая. Урэште, сярод головных задач чемпионату – повышение профессийного мастерства и обмен опытом. В основе подрыхтовки воротовальников – трех краин, по сути, одна система, але у каждого есть свои напрацовки. Мы общались и с представителями и Республики Беларусь, и Российской Федерации. В принципе, все та же самая подготовка, какая она была еще Советского Союза, она осталась практически и в Беларуси, и в Украине, и в Российской Федерации.
Организаторы турніру подкресливают, зараз поміж подразделениями МНС приграничных районов по-ранейшим заховываются сябровские и деловые отношения. Объединять намагания по ликвидации надзвичайных ситуаций сёлета, правда, не приходилось, але постоянный обмен информацией отбывается. Совместных действий у нас пока не было, но это и хорошо. Пожары в районе наших границ своевременно обнаруживаются и своевременно тушатся. Но взаимодействие у нас налажено. Очень тесно общаемся, обмениваемся информацией, поэтому я думаю, что населению переживать не стоит. В районе России и Белоруссии все под контролем и своевременное реагирование обеспечено. Олег Сентюров, Александр Гамоля, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская область заўсёды з'яўлялася прывабнай для наведвання замежнымі гасцямі. З нядаўніх часоў регіён набыў статус яшчэ і важнага спартыўнага цэнтра. Чым растлумачыць гэтую пазітыўную тэндэнцыю і што вабіць замежных спартсменаў на Гомельшыне, высвятляла Кацярына Жданович. Спорт об'ядновує людей, нават розных національностей. Для професійного спорту і вугулі не існує межаў і адлегласцяў. Нярэдка спортивные пляцовки нашей в області становятся местом тренировок для замежных команд. Гэты фізкультурно-оздоровленчий комплекс у Жлобіні не стал выключением. Супрацоўніцтва з замежнымі спартыўнымі дэлегацыямі ў прыярытэце як на абласным, так і на рэспубліканскім узроўні. Шмат робіцца для развіцця спартыўнай інфраструктуры. Да прыкладу, Жлобінскі цэнтр алімпійскага рэзерву сёння не саступае многім замежным. На базі цэнтра 6 спартыўных аб'ектаў і гасцінны комплекс. Як следства, магчымасць прымаць вялікую колькасць спартсменаў рознага ўзроўню і ў розных відах спорту. Буквально ещё даже сегодня находится на сборе команды из Санкт-Петербурга по бадминтону, команды из Подмосковья по футболу. Впервые в Гомельской области, в нашем центре Олимпийского резерва, мы принимаем иностранную команду, скажем так, с восточной культурой и религией. Между странами Катара, Кювейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна проводятся соревнования Персидского залива. У нас там были золотые медали, серебряные и бронзовые. Также есть и рекорды Персидского залива. Мы недавно ездили на чемпионат мира в Казани, где за всю историю чемпионата Бахрейн представляла самая юная участница. 10-гадовая девчинка Альзейн Тарак у плавания с 5 годов. Сегодня является заслуженной спортсменкой королевства Бахрейн. На чемпионате света у Казани Альзейн показала один из лепших выников. В Казани на чемпионате мира я выступала на дистанции 50 кроль и 50 дельфин. Надеюсь, что в следующем году на местных соревнованиях снова пройду квалификацию для выступления на чемпионате мира. В будущем я мечтаю стать великой спортсменкой. Я буду стараться достичь этого и буду стремиться к олимпийской медали. Плыўцы з Бахрейну ўжо паспелі апрабаваць басейн мясцовага спартыўнага комплексу. Яшчэ нядаўна ён быў першым па велічыні ў вобласці. Сёння займае другое месца пасля палаца водных відаў спорту ў абласным цэнтры. Здесь очень хорошая база, и мы думаем, что в дальнейшем будем сотрудничать. Мне, как менеджеру команды и спортсменам, здесь очень понравилось. Это наш первый визит в Беларусь. Я теперь уверен, что он не последний. Спасибо, хорошо. Thank you very much. Усходние спортсмены и у наступном годе меркуют приехать на сборы миновито у Жлобин. И вельми сподяются, что зусим худко у жлобинских плывцов отрымается наведать королевство Бахрейн за отказным визитом. Катерина Жданович, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобина. Новины региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.